Здравствуйте, дамы и господа. Вашему вниманию я хотел бы представить модель двери Monolith Muscle в комплектации замков из двухцилиндровых замков. В данной комплектации нижним замком послужил мультилок модели CTS. Это замок самого большого формата, системой блокировки при снятии броненакладки и обладающий еще рядом интересных функций. Одной из такой функций является то, что в этом замке вылет реглей распределен не на 2 оборота, а на 3. Это позволяет размещать на таких замках более нагруженные ригельные системы, тем самым правильнее распределять нагрузку. Еще очень интересная функция этого замка, ну, в принципе, той же, которой обладает его, скажем так, собрат, это Chaser Revolution Pro, у нее тоже есть эта функция. При закрытии замка, при нажатии на ручку, собачка служит как пятый ригель и не работает. Еще очень интересной и уникальной функцией этого замка является то, что замок можно перевести в такой режим, в котором ручка перестает как бы работать. То есть вы можете, уходя из дома, допустим, если у вас не хочется как бы закрывать замок, закрывать ригель, замок с внешней стороны на ключ, вы можете повернуть вертушок с внутренней стороны перед закрыванием вот в такое положение, захлопнуть дверь и уже после этого нажать ручку, то есть снаружи никто не сможет, то есть дверь будет закрыта. Да, она будет закрыта только при условии того, что в квартире кто-то есть. Поэтому это нельзя, как бы дверь будет работать далеко не на 100% своего потенциала. Это как временная фиксация, то есть, ну, это очень удобно. Вторым замком данной двери послужила Chaser Revolution Pro. Это также редукторный замок, только лишь двухоборотный, вылет регулей у него такой же самый. В отличие от этого замка, у которого блокировка замка происходит при срывании броненакладки, в данном случае блокировка замка происходит при сломе цилиндра и вынимании цилиндра, либо задавливании цилиндра. Так как это Monolith Muscle, полотно двери в металле составляет более 70 мм. Это не позволяет разрезать его насквозь болгаркой. Защита притворной части, всей замковой части, всех потенциально уязвимых вес составляет 12 мм обычного металла. Также установлены 12-миллиметровые каленые пластины на верхней и на нижней замке. Броненакладками послужили. Нижняя броненакладка — это Ази Фауста с максимально толстой шайбой 13 мм. Верхняя броненакладка послужила броненакладка Monolith. По компоновке цилиндров здесь получилось так. Нижний замок, на данный момент в нем стоит временный цилиндр с 5 ключами для того, чтобы закончить ремонт. И постоянными цилиндрами будут, нижний цилиндр будет EVO 4KS с функцией КЗС противосверливания. И верхним, подчеркну, EVO 4KS КЗС и с вертушком изнутри. А верхним замком послужит цилиндр с ключ-ключ, с обеих сторон ключ, без вертушка, облой Protect 2. Дверь, данный экземпляр, он поставляется без внутренней накладки, для того, чтобы столяра уже изготовили внутреннюю накладку, те, которые будут заниматься деревянными дверьми в квартире. И уже после этого приедет бригада наших монтажников и установит эту панель. На данный момент никакой панели здесь нет. 5 антисрезов, 2 петли. Еще интересной особенностью модели Monolith Muscle служит вот эта вот часть замковая. Я покажу поближе. Первое — это противовзломный притвор. То есть при закрывании притвор двери, он теряется за уровнем вот этого квадрата цельнометаллического, который проварен с минимальным шагом, очень мощным сварочным аппаратом на 500 ампер. То есть вот этот и вот этот металл, они слиты воедино. То есть он не на прихватках, не на какие держится, это единое целое.
И второе, это то, что на монолит мускул идет, это защита ригелей каленными пластинами. Опять-таки, они сделаны еще более защищенно, чем у кого-либо. Каким образом? Каленые пластины идут как с тыльной стороны, чего нет ни у кого, как с тыльной, так и с торцевой. То есть у всех установлены каленые пластины только с торцевой стороны. У нас установлены как с тыльной, так и с торцевой. Это не позволяет засверлиться с этой стороны и забить ригеля под этим углом. Защита обычным металлом составляет в данном случае более 20 мм ригелей обычным металлом и 6 мм каленого. С торца это составляет защита ригеля 5 мм и 6 мм каленого. Монтажные уши, то есть крепление такой двери производится на монтажные уши из полосы 50 мм на 5, по 6 монтажных ушей на каждую сторону и 2 вверху. Также идут система тяг вверх и вниз, дополнительные ригели. И отверстия под сигнализацию, они также идут в каждой нашей двери. Компоновка ребер в данной двери составляет 2 ребра вертикальных, которые поджимают замки и также зеркально отражены со стороны антисрезов. И 8 ребер горизонтальных. Жесткость конструкции, она безупречная. Надежность. Она тоже на высочайшем уровне. Так что, если вам нужна такая дверь, обращайтесь, с удовольствием вам ее изготовим.